Я вообще, в принципе, никогда до рукоприкладства не доходил с девушками. Не, я не в обиде, понятно, делаю, что все ради шоу, но я сколько в жизни боксом занимался, да, и девочек, когда боксерские перчатки вышли, ну, я думаю, сейчас немножко по корпусу пройдутся, мне в печень так нормальному сломали, я так подофигевший допивал уже остаток песни. Девочки заряжены по-боевому, нужно их использовать в системе безопасности, они как отвлекающий маневр могут спокойно вычислять ненужных людей.